дорожкой не могла достроить свою... Ладно, фиг с ним, с дорожкой. Да. Что сейчас вы видите? Разруха. Я всегда вообще каждый раз приезжаю, думаю, да, когда же, что это такое? Вот, правильно. А. Смотрите, когда энергия стоячая, угу, на всех бывших погостах, любые кладбища – это погост. На всех бывших захоронениях всегда энергия стоячая. Всегда. И там бесполезно ее чистить, ее бесполезно ее что-то с ней либо делать, двигать. То есть если там было кладбище, оно уже на века там кладбище. То есть там уже, не знаю, все поросло уже быльем же. Никто, вот знаете, как в больших городах, вот там в Питере, в Москве строят, да, уже забыли, что там было когда там. Они же уже расширились, там раньше на деревнях уже стоят. А энергия осталась, она никуда не девается. И что происходит, когда вот такая история? Мы что видим в первую очередь? Я хочу, чтобы у вас была насмотрена сейчас. Угу. Первое у вас разруха, да. Не двигается энергия. Почему? Потому что если бы она двигалась, здесь уже давно бы что-то построили уже. Энергия здесь стоит, стагнация, здесь идет стоячая энергия. Я уже миллион людей знаю, потому что вы знаете мою профессию другую, я уже миллион людей знаю, которые здесь продают. Посмотрите, вы видите, чтобы, ну, прям видно было, что здесь люди прям хорошо живут? А вот не в этом доме лифт упал? Ну, вот, я же говорю. В этом доме, по-моему, он еще новый был, там женщина. А что там, этажа лифт был? Что-то мне кто-то говорил, что где-то в этом доме лифт упал. В общем, смотрите. Да, да. Вот, смотрите, пятый дом – это аварийный дом. Седьмой дом уже снесли. Понимаете, вот этот весь кусок, люди там, частные сектора живут. Еще почему... здесь такая стоячая энергия, почему вот мы начали вот отсюда. Мы сейчас будем прям по течению энергии. Влияние таких мест всегда распространяется на 5 километров выше и на 5 километров ниже. Понятно? Угу. То есть вот если здесь было кладбище, а теперь отсчитывайте 5 километров сюда, угу, и 5 километров сюда. То есть никогда не бывает так, что вот кладбище и все, энергия сконцентрирована только в одном месте, нет. Угу. Потом там много молодежи, которые раньше там в начале нулевых, 90-х там сидели, там что-то в подвалах. Часто говорят, что видели, то немец там идет в плаще, там, ну, в подвале, то еще какие-то там, кто что видит, то слышит. Это реальность, там все это есть, там все присутствовало. Ну, правда, сейчас седьмой дом снесли, вот сейчас там новый построили, вот пятый. Это о чем сейчас вам говорю? О том, что в таких местах жить ни в коем случае нельзя. У вас будут проблемы с психикой. Дети очень сильно это чувствуют. У детей часто будут говорить, что что-то там видят, что-то слышат. Вы будете их ругать, не верить, а это на самом деле будет все так. Обычно на таких местах очень часто люди, ну, болеют непонятно чем. Начиная там